поляна, как будто свадьба. Свадьба, свадьба. Салаты. Это... А, вот такие салаты. А это сладкие салаты. А это мои любимые. Шампиньон. Мясо, рис, овощи. Салат. Я ищу детей. Это виновник торжества. Ему сегодня исполнилось сколько лет? А теперь назови. Три. Три годика, правильно. И мы приехали к нему на именины, да? А куда мы приехали на именины? Как называется? Не знаешь? Как называется? Где мы сейчас? Карамельки. Карамельки. Все. Теперь держи фанту. И выпиваем за здоровье именинника. Ваня Николаевич решил вспомнить, как бил морды. Ваня Николаевич, так ты? Пошла жара. Ибица. Ой, аж страшно. Никита, Никита. Поздравляем. Виновник торжества из еды. Торт. Я хочу торт этот с виноградиком. И с ягодками красными. Пробуем. Круто. Рум-тур. Только не по моей квартире. Только не по моей квартире. У каждого дома свое название. Матисса. Матисс. Дом номер 10. Матисс. Дом номер 8. Роден. Ну и так далее. Прикольно. Это район Уручья. Около библиотеки, короче говоря. И вот здесь находится паркинг. Мол, куда мы сейчас и пойдем. Да, на мол. Ой, не упала. Итак, прямой репортаж из самого крупного торгового центра, а точнее мола города Минска, Дана Сити. Где недавно открылся магазин Zara, который я, естественно, посещу, покажу, что там. Девочки, я вижу Zara. И я как собака бегу туда.
хотела сделать такой тест, краш-тест для тональничка, о котором я мечтала очень-очень давно, и я знала, что я поеду в Минск, куплю его, потому что нигде я его не встречала. Внимание, это Catrice. Это тот самый тональник, который воспевают все ютуберы Ютуба и Инстаграма. В общем, он у меня в руках. Самый темный оттенок 0,40. И давайте я нанесу половину, на половину лица. Мы посмотрим, как он творит чудеса и творит ли он вообще. Из огромного количества моих хотелок, тех тональников, которые я хотела, я остановилась именно на этом. Так, делаю наполовинку лица. Пипетка вообще такая неудобная. Ну, как неудобная. Так, ладно, не буду перебарщивать. Я обычно делаю это вот так, вот распределяю. Так, немножко, а потом начинаю работать спонжиком. Посмотрим, есть ли эффект HD. По-моему, уже есть. Девочки, я делаю это все на ваших глазах. У меня только нанесен дневной увлажняющий крем. Дневной увлажняющий крем-база под макияж от Черный Жемчуг. Называется Dream Cream. Ну, что вам сказать, растушевывается он совершенно обычно хорошо. Ну вот, посмотрите, вот половинка, вот тут вот обращаем внимание на сосудики, вот здесь явно, да, неровная кожа, а здесь уже эта кожа скрыта. Но все равно для полноты, конечно, образа нужно полное сделать лицо. Но так для... Ну, неплох он, неплох. Надо его распробовать. Мне даже больше интересно, будет ли он работать именно на моей жирной коже. Поэтому мы это проверим. Сделаю сейчас на все лицо. Я вернулась. Хайлайтер. Немножко контуринг сделала вот этой вот пудрочкой, шиммером от Рилуи. Ну, вы знаете, сейчас тут такой очень... Вот так вот хорошо видно. И блеск для губ. Ну, естественно, глазки у меня уже были подкрашены, брови. Вы знаете, первое впечатление на десятку. Но у меня очень часто бывает первое впечатление обманчиво. Поэтому ничего не буду говорить. Но то, как он делает вот действительно HD... Ну, то есть лицо преображается мгновенно. Я очень буду наблюдать за тем, ну, как бы акцент делать на то, будет ли он виден на дневном свете, при дневном свете сильно, чтобы не было вот этой штукатурки видно. И как он будет носиться, насколько будет сильно жирниться мое лицо. Вот это меня тоже интересует. Но я, конечно, с хайлайтером сегодня переборщила немножко. Ну, ладно, в общем, не знаю, мне понравился пока. Пока я довольна. Вот при искусственном освещении очень хорошо выглядит лицо. У меня вообще классный минский шопинг случился. 5 книжек и тональник. Ехала за 3-9 земель, чтобы купить тональник. Ну, ладно, еще все впереди, еще Галилео. Меня ждет Галилео. У меня еще в желаниях есть одна хотелочка. Иван Николаевич. На вечер. Не то, неправильно ты подумал. Это тени. Видела у сестры классная палетка лореалевская. Ищу, хожу. Я грешила тут на Могилев, но в Минске тоже, хочу вам сказать, не так-то просто зайти в любой магазин и найти то, что хочешь. Поэтому... Буду надеяться на Галилео. Ой, короче, ваш Минск, Артём, нас убил наповал. Чего вы? Мы вытягались вокруг. Никита, покажи тетине свои игрушки.
Давай, ты будешь рассказывать. Один ящик. Вы когда-нибудь люди в мире видели вот такое количество лего? Ну, килограмм тут 20, наверное. Да. Килограмм 20, да? И это не все. И вот еще такая же штуковина. Это просто капец. Это все лего в мире. О, наши носки нашли. Короче, еще же не все, еще вот такая есть коробочка тоже с лего дупла, то есть, которая покрупнее. Ну и тут тоже все в игрушках. Если вы думаете, что в буслике или в фантастике много игрушек, вы ошибаетесь. Там мало игрушек.